Я серьезно, дорогие армяне. Перестаньте говорить мне об этнических чистках и о том, что вы защищаете родину. Вы воюете на территории Азербайджана, откуда были изгнаны сотни тысяч человек. Агдам – наиболее наглядный пример содеянного вами. Об этом на своей странице в Twitter написал немецкий журналист-исследователь, ответственный редактор отдела политики издания Bild Юлиан Робке, поделившись кадрами Агдама до и после оккупации. «Не нужно прикидываться несчастными жертвами и выставлять себя непонимающими. Отчего якобы азербайджанские террористы нападают?» Автор иронизирует над армянскими высказываниями. «Вы сражаетесь на их земле, а не наоборот», — отметил он.